Привет! Сегодня на обзоре отпариватель Ранзел из новой серии. Мы подробно разберем его характеристики, функционал, а также узнаем, что пользователи думают об этом устройстве. Стоит ли оно своих денег? Останься со мной, и мы все выясним. Итак, давай подробнее рассмотрим внешний вид и комплектацию этого отпаривателя. Размеры устройства составляют 34×33×34 сантиметра, а вес 5,9 килограмма. Несмотря на довольно компактные размеры, он чувствуется в руке довольно уверенно и не вызывает дискомфорта при длительной работе. Ручка устройства разработана таким образом, чтобы максимально облегчить процесс отпаривания. Она помогает равномерно распределять пар и эффективно справляется с заломами и замятостями, а также дезинфицирует ткани, что особенно важно в наше время. В комплекте с отпаривателем ты найдешь термоварежку, что особенно удобно для защиты рук от горячего пара, и специальный помощник для обработки сложных зон на одежде, что делает этот аппарат не только функциональным, но и максимально адаптированным к разным видам одежды. И не забудь проверить описание под этим видео. Я оставила там для тебя полезные ссылки и скидочный промокод, который сделает твою покупку еще выгоднее. Перейдем к основным характеристикам и уникальным особенностям этого отпаривателя. Он имеет впечатляющую мощность парогенератора 2300 Вт, что позволяет ему быстро готовиться к работе всего за 45 секунд. Это существенно экономит время, особенно когда нужно быстро подготовить одежду. Давление пара составляет 3,5 бара, а производительность пара 50 грамм в минуту, что обеспечивает эффективное разглаживание даже самых упрямых складок. Большой объем резервуара для воды 3,5 литра позволяет использовать отпариватель без долива воды на протяжении 100 минут, что очень удобно как для домашнего использования, так и для профессионального в ателье или магазине одежды. Очень важной особенностью является механическая регулировка подачи пара. Благодаря этому можно легко адаптировать интенсивность пара к различным типам тканей, в том числе к деликатным. Ну и, конечно, важная функция безопасности. Если вода в бойлере заканчивается, устройство автоматически отключается, предотвращая возможные поломки или несчастные случаи. Все эти функции делают отпариватель не только мощным, но и очень гибким в использовании, позволяя легко справляться с любыми задачами по уходу за одеждой. После тщательного анализа отзывов владельцев я выявила основные плюсы и минусы отпаривателя, о которых говорят пользователи. Вот краткий обзор. Минусы. Большие габариты. Некачественная вешалка. Запах при первом использовании. Непрерывная подача пара. Плюсы. Простота использования. Эффективен на разных тканях. Строгий дизайн. Объемный бак для воды. Мощный пар. Не брызгает водой. Длинный парошланг. Удобно для штор. На этом мой обзор подходит к концу. Не забудь проверить описание под видео, там тебя ждут ссылки и скидочный промокод для покупки. Оставляй свои комментарии, делись мнением о данной модели. И, конечно, если тебе нравятся мои обзоры, подписывайся на канал и жми лайк. Это поможет мне создавать еще больше интересного контента для тебя. Спасибо за просмотр, до новых встреч!